Проекты Кубани оценил и министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым осмотрел экспозицию Краснодарского края. После в присутствии руководителя Минпромторга России, глава региона и гендиректор Абинского электрометаллургического завода подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно ему, уже в следующем году в Абинском районе откроют новый цех по производству метизных изделий. Там будут выпускать до 200 тысяч тонн проволоки и арматуры. Вложить в предприятие планируют больше 3 миллиардов рублей.